Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы будем чистить серебро. У меня уже немало накопилось серебра, я хочу его скорее почистить. Нашла самый интересный способ чистить, ну, как интересно, интересный и простой, то, что есть дома и так далее. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Заодно покажу вам коллекцию моего серебра. Итак, для этого нам понадобится соль поваренная, у меня только экстра. Емкость я буду использовать, которая не предназначена для еды, у меня во всяком случае. Фольга нам нужна будет и кипяток, вот он, только вскипел чайник. Итак, мы можем сделать, в принципе, вот так. Я оторву, сейчас углублю. Ай, все поломал. Углублю, так как у меня серебра немного. Делаю вот такое углубление. Затем я еще оторву и нарву фольгу туда. Не знаю, по-разному везде видела. Видела, где рвут, видела, где просто кладут. А я для усиления эффекта насыпем соли. На глаз делаем. Такой красивый звук. Ладно, соли не будем жалеть. Итак, коллекция моего серебра. А можем сразу кипяточек налить. Пусть реакция идет. Так. Коллекция моего серебра. У меня есть вот такая гао. Все очень черное. Сразу не пугайтесь. Вот такая гао черная просто вся вместе с цепочкой. Окунаем. Там внутри, конечно, есть реликвии еще. Так, вот эти я покупала на Мальте. Это мальтийское серебро и мальтийское. Это они вообще желтые даже какого-то цвета непонятного, некрасивые. Не знаю, видно его, нет. Бросаем их туда же. Дальше у меня в Индии покупала вот такие сережки. Видно вам. Они тоже темные, как видите. Мы их тоже бросаем. Крестик это не мой. Не знаю, чей крестик, но мы не обойдем его стороной. Мы тоже его почистим. Да. И еще у меня есть вот такой браслетик. Мне его привозили из Канады. Вот. Он тоже здесь как бы черненный и грязный, сильверовый. Но он с кожей. Брошу его, в принципе, не жалко. Сразу подумайте, я не резаю дарить подарки. Как она с ними обращается? Кожа, не кожа, бросаем. Такой запах интересный. Знаете, чем я буду мешать? Чем я буду мешать? Неужели я буду мешать ножницами? Где же моя лопаточка? Ладно. Нет, не ладно. Где лопаточка? Нет, ладно. Мы немножечко это помешаем. О, вы знаете, вот эти сережки, они уже... А, это у нас вода, короче, туда попала. Сережки уже белые. Которая мальтийская, это быстро очистилась. Знаете, чем пахнет? Какой-то раствор. Иногда нам делают эти бровки. И потом стирают остатки краски с бровок. Вот такой запах мне напоминает сейчас. Пусть она там у нас полежит чуть-чуть. Я вернусь к вам попозже. Минут через 3. Итак, возвращаемся к нашим баранам. К нашему золоту, к нашим бриллиантам. Я уже, как видите, попробовала. Ну вот он лежит, блестит. В общем, вытаскиваем. Извините, что я без вас попробовала. Не сдержалась. Мне нужно было посмотреть, пора или нет. Вытаскивать. Протереть обязательно нужно. Я вот ваточкой протираю, хотя лучше специальным каким-нибудь. В общем, ваточка черная, как видите. Здесь много загогулинок всяких, поэтому у меня здесь вата остается прям. Вот смотрите, как она теперь.
кладем. А вот как блестит ком наш. Я уже не помню, какие они были. По видео, наверное, будет видно. Наш браслетик. О, мамочки, у меня прям руки черные, смотрите. Вот, глянь. Руки черные. Ну что, это, конечно, от кожи. А, нет. Может, это вообще не кожа? Хрен пойми, что? Нет, то, что это серебро, это точно. О, будем пачкать полотенце. Блин, а может, это реакция пошла на кожу какую-нибудь? Я же говорила, что мне не жалко это. Я уже его давно не носила, кстати, он просто лежал у меня. Теперь надо будет как-то кожу обрабатывать, да? В общем, вот какой он стал. Удобно. А, Гао мы с вами еще не посмотрели. Полотенце, гляньте, чернючее прям. Испачкала полотенце. Гао пока что, видите, черная, как и была. Честное протрем. Да, она смывается. Просто здесь рисунки, здесь написаны мантры для бровей. Протрем. В общем, вот такая красота получилась. Как видите, побелела. Остальное я доделаю сама. Смотрите, красота. Пользуйтесь. С вами была Селена Свей. Пока-пока.